Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала. Мы продолжаем проходить игрушечку Сибирь 3. Гномы работают, тут все хорошо. А мы двигаемся к Оскару, который должен, по идее, нам отбуксировать корабль. По крайней мере, что-то такое. Очень странное место, такое чувство, как будто вот прям барьер висит над этим парком развлечений, и вот радиация сюда не попадает. Это как-то странно. Весь город, значит, у нас в радиации, а вот парком, с парком все очень даже хорошо. Так, нет, так я не пройду. Мне явно надо проходить через цех. Через цех роботов. С мышкой я уже не борюсь. С мышкой это бесполезно бороться. Это до первого какого-то ящика или до первой вешалки или до чего-нибудь еще типа того. Потому что, ну, я не знаю, вот что-то с ней не так. Может, это потому, что у меня два монитора подкинуто, но вот так вот и все. И это бесполезно. Так, Оскар, поехали. А, Кейт Уокер, что предстоит делать? Ты разделся? Как здорово, что мы нашли тебе одежду. Все дело в нюансах и обстоятельствах. А, точно. Нюанс. Одно дело гулять без одежды, и совсем другое — обнажить ради дела механическую мускулатуру железного работника. Приказывайте, Кейт Уокер. Мне нужно, чтобы ты, используя трактор, вытащил кристалл на пляж. Справишься? Я был машинистом на поезде Форальберга, Кейт Уокер. С этим трактором я легко справлюсь. Но для успеха миссии мне потребуется ваша помощь. Какая? Во-первых, нужно привязать кристалл к трактору. Хорошо, Оскар. А еще? Логично. Я ничего не смогу сделать до тех пор, пока трактор не подключен. Ясно. Тогда я попробую наладить электроснабжение. Будьте осторожны. Ненадлежащее обращение с электроприборами грозит живым существам серьезными повреждениями. Спасибо тебе за напоминание, Оскар. Ага. Ну, Оскар, как обычно. Кстати, мне очень нравится, как его озвучили. По сравнению со второй частью, вот эта озвучка крайне приятная. Так, ну, швартовать мы будем явно вот этими... Металл на нуб плохой котел. А, сам такой. Высоковато. Ничего страшного, у нас есть крюк. Сколько ж я его таскать-то буду? Мисс Кейт Уокер, нужна помощь? Да. Да. Можете подключить кабель к кристаллу? Так мы можем восстановить электроснабжение в парке. Запросто. Хорошо. Спасибо за помощь, мистер Бурут. Так, хорошо, он подключит. Привязать кристалл. Ну, вот это же трос, очень хороший трос. Может быть, этот трос надо через верх как-то использовать. А, почти попал. Вилки. Ага. Товарищ Бурут, вот туда подключай, вот там вилки. Иду зажигать, лодка. Использовать время, чтобы привязать волшебную веревку. Волшебный.
Хорошо. Сейчас посмотрим на трос на носу. Потому что другого троса я здесь в принципе не вижу. Только тот, что на носу. А на носу его, в общем-то, и нету, да? Или есть? Бурут, ты будешь там это все дело подключать? Или что? Или мне спуститься? Я ж спущусь сейчас. Ничего не вижу подходящего. Может быть и не этот трос. Может быть нам нужен именно трос от трактора. Ну, от лебедки. И, пожалуй, надо завести движки, чтобы пустить электричество. Мы же, когда с Кракеном боролись, мы корабль отключали. Отключали, правда, моторы, по-моему. Ну, не только моторы, получается и питание. Кстати, получается, могилка Андрея где-то вот рядом с тем лесом, судя по фотографии. Ладненько. Наверное, надо было это раньше сделать, но вроде необходимости не было. Мы бы взяли и просто от одного дизеля запитали весь лунопарк. Красота. Если не учитывать тот момент, что здесь наверняка нужен дизель-генератор где-то мощностью так, ну, киловатт на 500, наверное. Это как минимум. А мы пароходиков запитали. Ну ладно, это уже претензии. Что случилось? Привязать веревка хорошо. Но вы в следующий раз говорить, Бурут, когда возвращать волшебство. Простите, пожалуйста, мистер Бурут. Мисс Китвока, хорошо, Бурут сильный, как старый мамонт. Ну, прикольно, конечно. Мисс Китвока? Возьмите вон тот трос рядом с вами и прицепите его вон к тому трактору. Да-да, ру-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Спасибо. На дворе 17-й год. Неужели веревку нельзя было не угловатую нарисовать, ребят? Ну серьезно. Ладно. Поехали, Оскар, все сделано. Да, Кейт Уокер. Вперед. Давай, Оскар. Вперед. Вообще надо было вот так игру и проходить. Приходишь, раздала всем команды. Оскару, мелком, там гномам, бабу эту запряги, там пусть жратву добывает, не знаю. Ну вот, а то бегаем. Тут подкручу, там подверчу. Во, пришла, всем накомандовала, все нормально. Ну ты еще не поедь.
Стой, Оскар! Стой! Нет, не выходит, Оскар. Кристалл лишь сильнее увязает в песке. Как досадно. Наш вектор тяги почти горизонтален. Нужно переместить трактор на большую высоту. Трос пойдет под углом, и судно будет одновременно двигаться вперед и вверх. Какой блестящий анализ, мой дорогой Оскар. Может, есть еще мысли? Нет, Кейт Уокер. Но, думаю, стоит переместиться дальше вдоль пирса. Если вы ослабите трос, я отведу трактор туда. Ладно. Так. Ручка, это ты глючишь или это нельзя крутить? Ну-ка. Ну как, а как это? А задний ход. Чтобы перенести тележку вперед, нужно ослабить трос, Кейт Уокер. Ты это там вперед проехать никак не судьба. А то у меня ручка тут, как тебе сказать, не то чтобы совсем не двигается, но. О. Может, и не в ручке тут прикол. У меня сил не хватает. Может, к Юколам сходить, попросить их там пошеволить это дело. Пойдем попробуем. Почему нет? А, они уже все слиняли, да? Свет! Вернуться в парк! Чтобы переместить тележку вперед, нужно ослабить трос, Кейт Уокер. Вот ты вообще не помогаешь. Нет, это не работает. А, винт. Да? Какой универсальный баллонник. Прям слов нет. Да, Кейт Уокер. Вперед. Давай, Оскар. Вперед. Шевелись, железный дровосек. Арбайтер негр, солнце еще высоко. Хорошо. Если кто еще не понял, что нужно делать, то я уже понял. Ну, в общих чертах. Братаны. Работа есть. Мисс Кейт Уокер? Возьмите, пожалуйста, трос, идущий от того трактора, и прицепите его к большому колесу. Тук. Кака-тук. Они говорят, да, хозяйка. Мы очень рады исполнить ваш приказ. Пожалуйста, вытрите об нас ноги. Мы просто вот поспешаем, прям все, бежим быстрей. И нет, ни в коем разе мы не роптаем. Мы работаем, мы хорошие работники. Вот это прям прикрепили, прям профи. Прям. Как эти люди называются, которые краны крепят? Кантовщики. Метально, ну плохой котел. Слушай, ну хорош тебе. Стропольщики, да. Вспомнил.
Вот это вот прям от бога стропольщики зацепило. Сейчас они еще планируют этим корабль, да, вытащить, я так понимаю. Ну, молодцы, еще могу сказать. Дело сделано. Надеюсь. Вот я примерно так же паркуюсь. Угу. Ну, естественно, это больше не работает, родная. Хорошо, пойдем выпускать. А, стоп. О, да. Это называется я у мамы рукожоп. Ага. Так, хорошо. Пойдем куда-нибудь. А, Оскара не привалило. Ну, вообще хорошо. Так, один момент, мне как, мне вот так обойти, да? То есть вот тут по балочкам не, вообще никак, ну вообще никак. При всех раскладах, прям вот хотелось бы, но нет, ну вот. Здорово, братва! Чё тут у вас? Поздравляю, Кейт Уокер. Благодаря тебе переход может продолжаться. Спасибо, Курк. Но это и заслуга племени тоже. Биг Нанук Металл? Здравствуйте. Злой дух, да? Нанук. Гап так тук метал бик ног нанук. Луа муса Оскар. Бик эспиритулу кулет. Эспиритулу лук. А, Оскар. Ну ладно, пойдете. Что вы сказали? Что железный красавчик не чудище, не опасный. Железный красавчик? Железный красавчик? А я Васка, я смотрю, старина Оскара вас впечатлил. Чисто духовный интерес. Но племя не сразу к нему привыкнет. Лучше ему ехать в шаманской юрте. Бабка, чё тебя на искусственное потянуло, а? Хорошо. А я пока попробую выгнать страусов наружу. Пусть все будут готовы уходить.
Не, ну я все понимаю, и мужик в доме, и мопед в хозяйстве, но все-таки. Гарла! Слишком сильно. Reward unlocked. Молодец, мисс Кейтока. Вот ты ж не говори. В следующий раз стараться беречь парк. Вообще, если эти юколы во время своего перехода чебучат что-то подобное, я начинаю понимать правительство. Страусы должны выходить, мисс Кейтока. Почему они их, это, собственно, недолюбливают? Металл Нанук вернутся на твердая земля. Металл Нанук. Ну, Нанук, я так понимаю, это у них что-то вроде уважаемое или вообще как бы обращение, да, к чему-то, к кому-то. То есть, что-то вроде. Хорошо, страусы, выходим по одному, руки за голову, где вы там? Тут рычажок. Но, мадам, как я уже говорил вам, я могу следовать за караваном пешком. В шаманской юрте очень уютно. Железный красавчик заслужил отдых после всего, что он сделал для племени. Оу, но, мадам, прошу, я... Тук-тук! А почему у нас не Курк впереди? А, он второй идет, вон, да. Эх, прощай, Кристалл. Судина здесь. Но где американка и эти чертовы дикари? Вряд ли далеко. Если они рискнули сунуться в Баранур... То радиация решит наши проблемы. Именно так. Вот мужики нормально. Мужики в куртках, в ушанках там. Ну снег идет, зима же, да? А баба-то это что, бронированная, что ли? Они даже... Солдаты, они идут по следу. Даже ручки не шелохнулись. Они не знают, что мы здесь. Ты права, Кейтвокер. Я... Камлик, Камлик, Мигапа. Курк, смотри. Что это? Пойду взгляну. Жди здесь. Игра. Игра, ну перестать. Метро исторический центр, наверное, да? Что-то такое. Исторический центр. Плакатики всякие. Ну что это такое? Это вампиры. Все семейство. Сейчас забегу, меня сожрут, конец игры, ля-ля, всем пока. С вами был Огнич. Ой, да ладно, ты еще не заметил, ага. Очки одень.
Гадость. Нам их надо как-то шугануть. Сейчас Кейт достает Фомку, достает плазмоган, и мы идем играть Half-Life. Страусы, не идти к маленьким вампирам. Да я бы тоже не пошел. Они вообще как-то даже мудрее нас получается, страусы. Я их понимаю. Сейчас туда с БФГшечки-то. И все. Но нет. Но нет, мы пойдем по станции шляться. Там, кстати, как там Оскар-то, его можно как-то проведать, а то он там, небось, это совсем. Совсем расслабился. Где шаманский этот? Шаманский страус. Шаманский экспресс страус. Верните мне камеру, я хочу на плакаты посмотреть. Ну, пожалуйста. Ну, что же вы такие это? Ладно. Человек-металл прятаться. А, вот он прячется. А, Кейт Уокер. Я не знаю, как прогнать летучих мышей, мешающих нам пройти. Животные бегут от возможных опасностей, Кейт Уокер. Это может быть огонь, вода, шум. В общем, буквально все, что угрожает их физической целостности. А для чего тут этот шлюз? Я думаю, его установили во время катастрофы, погубившей город. Наверное, он нужен для обеззараживания радиозащитных костюмов спасателей. И он защищает от радиации? Конечно. Без него ваши органические компоненты полностью сгорели бы, словно на гриле, и уже бы разложились, Кейт Уокер. Ясно. Спасибо за столь наглядное описание. Просто романтик. У металла свои преимущества. Что ты тут делаешь, Оскар? А, ничего. Я наслаждаюсь спокойствием этого места. Я тут не чувствую опасности. От мадам Айаваски, да? Я был бы вам крайне признателен, если бы вы не сообщали ей о моем присутствии. До скорого. Хорошо, Кейт Уокер. Странные у нашей шаманки предпочтения. Хотя, чему я удивляюсь, если она побухивает там шаманское зелье и раскуривает какие-то травы. Хорошо, что тут есть еще? Мы можем что? Ну, пойдем, это шлюз наверх, я так понимаю. У нас есть второе крыло у этой станции, собственно. Не жми. Не надо. Без костюма не надо. Катерина была права. На поверхности радиация. А, это женщина с этого. Ну, со станции. Со станции парк развлечений, с ВДНХ. Так, хорошо. Нам надо попробовать сходить во вторую. Стоп, почему здесь вот какой-то огонек есть? Понял. А вот здесь не? Вот тут нет, так, это не камильфо вот так. Ну ладно. Бог с тобой.
глаза вампира, мороз по спина. Бррр. Ох уж этот Стим. Попробуем иначе. Не, я видел, что там тупик. Я просто хотел проверить уже до конца. Центр атомных исследований. То есть, мало того, что мы с вами выходим черт знает куда, так мы еще и в самое сердце этого черт знает чего выходим, да? А здесь метрошка затоплена, да? Что это? Я бы это не трогал, если честно. Водоросли. Я бы даже близко к этой воде бы не подходил, если честно. Мало ли, что там плавает. В радиоактивных водах-то. Озерная вода. Катерина была права. Ну, она же сказала тебе, что некоторые пути, они затоплены. Что в этом такого удивительного? Ладно, на ту сторону мы не переберемся. Значит, нам нужен что? Нам нужен выход в город. Ну, нам нужен костюм, начнем с этого. Какой-то рад костюм. Где бы такую вещь найти в метро? Я даже не знаю. Архитектура этого места какая-то странная, если честно. Ну, вот так метро же не делается. Прям как фильм ужасов. Ты что там делаешь-то? Башкой об стену бьешься? Боюсь, маленький вампир. Не бойся, все будет пучком. Че я сюда залез-то вообще? А, ладно, идей нету, надо идти трясти, наверное, мелких. Может быть, у них случайно где-то завалялся там рад костюм. На худой конец противогаз какой-нибудь. Хотеть на свежий воздух. Потерпи маленько. Так, шаманка и курк. Вот вы-то мне и нужны. Так, у нас проблема. Да, мы видели. Мисс Кейт Уокер должна очистить путь для каравана. Будь проклят тот день, когда я во все это ввязался. Мисс Кейт Уокер. Есть идеи? Если у вас есть идеи, я с удовольствием послушаю Аваска. Если мисс Кейт Уокер найдет, чем отпугнуть летучих мышей, они точно улетят. Окей. Ладно, я попробую. Спасибо, Кейт Уокер. И зови Юколов на помощь, если нужно. Они смогут тебе помочь. Юкол, помоги надо мне. Надо охотиться на мышей. Человек из металл мне в юрте, и мисс Кейт Уокер не видела его. Вот успокой ты свои вот эти вот дела уже. Человек металл, казаться хороший. Я что-то вообще не... А, стоп. А зачем нам вообще костюм? Пошли уламывать Оскара, чтобы он вышел туда вместо нас. Он же металлический, ему ж фиолетово. Оскар, дружище, мужчинок, железный красавчик. Полагаюсь на вас, Кейт Уокер. Ни слова о том, что я здесь. Ну что ты вот за говнюк такой? Уже б сходил бы там. Все замечательно. А как же быть-то?
Что ж делать-то? Слишком опасно. Нам надо идти через метро. С обратной стороны воздушного шлюза уровень радиации выше. Да, ну и понятно. Тут-то костюма нигде нету. Полагаюсь на вас, Кейт Уокер. Ни слова о том, что я здесь. Спасибо, говорящая стена. Ай, ладно, ребят, я пока что-то не знаю, куда нам продвигаться дальше. Тем не менее, мы с вами и так в этой серии наделали много всяких нехороших дел. Поэтому будем думать о том, что же нам делать чуть-чуть попозже. Ну, водоросль, как водоросль. Ладно. Это все лирика. Будем на этом заканчивать серию. Спасибо вам за внимание. Комментируйте, подписывайтесь, оставляйте ваши оценочки. И до новых встреч. Пока.